Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, то бишь игра, и у нас, короче, новый гибрид, специальное предложение, потратить всего почти 100 баксов, сколько это получает, не 100 баксов, 70 баксов, 2 косаря гривен, это просто капец, чтобы получить этого гибрида. Да, мы про него не так давно говорили, то есть у него показатель 2500-1400, то есть это он близок к тилозавру, но тилозавр мощнее получается. Да, нет, он ближе к, к новым гибридам этим, да, лептостега, вот туда где-то. Ну, сейчас мы это все посмотрим. Так, когда? 2 дня назад я выкладывал такую вот картиночку. Давайте посмотрим, кто из вас тут что писал. Так, щука. Так, подождите, моя основная идея, это что это был Артакантус плюс Прогнатодон. Так, что вы писали? Ризот плюс Прогнатодон. Ну, моя основная идея была в том, что ни Ксифактин, ни Геликус, просто у них не, у них такие челюсти а-ля какие-то, какие-то бульдогоподобные, да, там, Бананагмилус еще кое-как шел, но по форме черепа больше всего походил Артакантус, ё-моё, короче, рыбёха. Так, Геозавр плюс Ксифактин, так, или в кавычках Геликус, Микропозавр, так, Ксифактин и Прогнатодон. Так, Ольга. Кстати, сразу скажу, да, это вот и есть правильная комбинация. Ксифактин плюс Прогнатодон. Кстати, а как зовут-то нашу рыбешку? Как зовут рыбешку? Ну, сейчас мы, ладно, туда дойдем. Геликус и Мозазавр, не то. Ксифактин плюс Прогнатодон, вот тоже правильно. Кряпи пишет, правильный вариант. Ризот плюс Прогнатодон. Так, чешуя, как у Ксифактина, вот. Мой кот Пушок правильно догадался. Ильдар угадал одну. Алекс, Прогнатодон плюс Геликус, Ксифактин или Ризот. Ну, Прогнатодона все, наверное, угадали, потому что все-таки похож он очень. Геозавр, ну, тоже по форме подходит, но это не то. Ксифактин и Прогнатодон. Дракорекс вообще молодец, тоже угадал. Кот Пушок мы уже читали. Ризот и Геозавр. Не то. Водка плюс карась. Ризот плюс Геозавр. Геозот. Ну, тоже неплохой вариант на будущего гибрида. Артакантус и Ксифактин. Ну, нет, две рыбы я говорил, что быть не может. Это должно быть какое-то рептилия плюс рыбеха. Геликус плюс Ризот. Сделай на него обзор, вот пишет Михаил. Как раз вот сейчас этим и займемся. Ризот плюс Прогнатодон. Ну, было много вариантов. В основном Ризот плюс Геозавр, либо Прогнатодон, либо Ксифактин. Вот так вот выглядит наше существо. Давайте сейчас мы туда помчимся. Вот Бананич тоже неплохо подходит. Но Геозавр нет. Слишком у него какая-то корявая рожа. Кстати, мы в гостевом аккаунте. Давно мы здесь не были. Давно мы здесь не были. Так. Так, так, так. Ну вот Геликус тоже сюда не подходит. Так, Ризо. Так, где там наш новый какой-то гибрид? Вот, вот Прогнатодон. Вот, кстати, вот Ризот. Вот Прогнатодон. Давайте на него поглядим. Ну, видно, что похож, похож, похож. Вот есть гибрид. Откройте гибрид Ксинатодон, ребята. Ксинатодон. То есть челюха Прогнатодона, туловище Ксифактина. Вот так вот. Так, ну вот такой вот у нас Прогнатодончик. Так, 40-го сейчас у нас нету, да? И давайте глянем на Ксифактина. Кстати, вот давайте, тилозавр. Тилозавр на 30 уровне. Вот имеет примерно такие же показатели, как наш новый гибрид. Так, вот он. Вот Ксифактин, собственно говоря. Да. Так, чайку попить. А, ну вот как-то... Ну, туловищем, да, разве что туловищем. Туловище взяли. Так, давайте смотреть на него. Ух, тут уже полный фарш. Ничего себе! Ничего себе, какой красавчик! Это просто водяной дракон, ребята! Кто согласен, что это водяной дракон? Это круто. Крутая рыбеха вообще, ну, выглядит шикарно. Ну, вообще, последние новые гибриды мне нравятся, да. Они хорошо сделаны.
И они не супер сильные, то есть вот новые, вот такого уровня, вот как были, это Лептостега, вот это прогночета там. Вот это вот хорошие гибриды. Так, а где тут наши? Тут есть эти гибриды? В этом аккаунте. Вот, Лептостега. Выглядит тоже шикарно. То есть у нее 2 на 1300. Они, кстати, все плюс-минус одинаковые силы, вы заметили? 2 на 1500. Так, и где еще наш гибрид один? И вот второй гибрид. 2 на 1500. Но они все одинаковые по силе. Не знаю, насколько. Но это можно было плюс-минус как-то их разнообразить. Ну ладно. Так, кстати, те были у нас пещерные, а ты у нас какая стихия? А ты у нас поверхностная. Это хорошо. А, ну на 40 уровне он вообще, я бы не сказал, что это гибрид, это просто какое-то независимое существо. Вот так вот выглядит Ксифактин. Что у него у нас от нашего прогнатодона? Ну, наверное, более развитый хвост, более массивные, короче, вот эти вот ласты, я бы так сказал. Чешуя от Ксифактина, но чешуя дает дополнительную защиту, скажем так, это она более крепкая, чем кожа. Но так получается, что у него туловище, да, больше рыбешное, а туловище рыбы, насколько, рыба не так вынослива, как рептилия, наверное, ну, как млекопитающие точно, ну, посмотрим, такое вот существо получилось, больше у него от рыбы. Ну, челюха, надеюсь, мозги, ну, вот по глазам, вот мне вот глаза, его глаза сразу выдавали, что там не две рыбы, а именно глаза у него такие рептилоидные какие-то. Так, если продать, 100 косарей, то есть он, а, блин, нет, все это, на что это я смотрю, купить, стоит он 26 тысяч, то есть он дешевле, чем Дакодерма, но дороже, чем Лептостега, а в чем прикол? Давайте смотреть. То есть, ну, покупать Дакодерм вообще бессмысленно. Честно говоря. Ну, вот я бы Лептостегу брал. Ну, вот если по деньгам, она чуть-чуть слабее. Ну, лучший вариант, так, конечно, Ксифактин. Ксифактин это самый сбалансированный. У него больше жизни, чем у всех остальных, а сила удара практически такая же, как и у Дакодермы. Да. Ну, и если вам не хватает поверхностных, то берите Ксифактина, да, а так... Можно и Лептостегу взять. Да, ну это вообще чудовище. 6000 на 3,5. Он больше, чем в 2 раза сильнее. Бананич у нас тут есть. Сила удара, смотрите, какая. У Бананича побольше. То есть Бананич не сильно отстает, кстати. Вместо всех этих гибридов, ребята, качайте Банана Гмиуса. Он, короче, не там 300 всего лишь. Ну, по факту, то есть силу удара минус 200 добавить к здоровью, это получилось чуть ли не Лептостега. 300, 2 косаря, да, Лептостега плюс-минус 100 баллов. Но это уже слабее. Ну, то есть они как эти виповские, типа легендарочки обычные, вот я бы так сказал. Я бы сказал так, у нас тут новый босс, ребятки, намечается. Ху-ху-ху. И бутылка рома. Так, ну что, давайте будем сражаться. Так, у нас еще тут новая битва за мамонта, новый турнирчик, ну, значит, постримим турнирчик. Так, что у нас тут? Вот новый босс, черепаха, акупара, гигантская акупара, ничего себе. Прикольно. Босс акупара. Это круто, насыпалось столько всяких событий. Так, гиросфера, говорили, что новая есть какая-то. Ну, чем она новая? Она вроде как обычная. Так, кайнозойский ВС наземная. С усилениями. Ну, это обычная битва с усилениями, смешанная просто. Так, водная с модами. Так, ну, давайте мы пойдем сюда. Кстати, Тусатеутис, да? Тут максимальный есть. Так, давайте возьмем прогнатодона... Вот, пещера. Нужно взять максимального прогнатодона. Вот, какой остался у нас. А, или он у нас поверхностный прогнатодон. Я уже это и не помню. Давайте по силе атаки сортанем, чтобы все у нас было. Вот, кстати, вот Банана Гмиус. Похож очень на максимальный уровень. Так, вот наше существо.
Так, ну давайте до него дойдем чуть позже. Я хочу взять его... А, они, наверное, слишком слабые будут. Так, ну чё, давайте тогда... Будем брать... Вот... Геликус. Ксифактина здесь нету рядом. Может взять кого-то послабее, давайте. Давайте пока что возьмем что-то попроще. Гиви. Так, ну первым его брать нельзя. Давай, Декодерма. Ты. И ты. Ну, давайте так, для начала пойдем. Так, можно открыться уже на весь экран. Так. Ай, черт, не запомнил силу удара. Тысяча, тысяча, тысяча увидела. Что дальше, непонятно. Так, у нас 20-й, у него 30-й. За один удар он уничтожил меня. Как он смел. Блин, ну печально получилось, ребята. Печально. На самом деле мне... Мне нужно было бы сливать Ксифадона. Ну, посмотрим. Я бы сейчас проатаковал, но у меня бы сразу бы Лептостега завалила бы. Она и так меня завалит. Она и так меня пробьет. Итак, ну ладно, давайте мы тут подержимся. Так, хотя бы размеры сопоставим. Артакантус намного больше этих гибридов. Три у него, два. Атакует на один. Так, у него один балл остался. Мы тут что-то такое нахитрили, но сейчас мы его пробьем. Ну, защищаться, наверное, бессмысленно. Одного, по крайней мере, забрали. Ну, так, а ну-ка, Лептостег вообще крохотная. Да, у, он здоровенный, он здоровый. Он как мезозавр. 5, атака на 3? Ну, да. Ну, если повезет. Так, ну, я угадал, так неплохо, но мало жизни у меня, 1400. А, тю, вот, если бы я знал, что у него настолько слабый резон, я просто вначале не успел посмотреть. Ха-ха-ха, мы выиграли, надеюсь. Да! А, за это можно ставить лайк, это, блин, один из легендарных боев, блин, я до сих пор не сделал нарезку из того стрима, где у нас было три шикарных, невообразимых... с умопомрачительных боя. Кто понял, о чем я, ставьте лайк, ребята. Да, там уже стримчик. У нас был шикарный стрим с вами. Ну, по боям там такие были. Еще круче вот этого были. Невероятно. Дали Харинхопса нам, дали супер редкого, хорошо. Хорошо, хорошо, идем дальше. Так, сейчас будем брать 30-го. Вот 30-й. Вот он. Возьмем вот, вот так вот. Так, ровные примерно противники. Первый самый сильный. Кстати, его нужно срочно укусить. Так, это уже самый сильный, у него практически покойник. А те два послабее. Эти послабее. Ха-ха-ха, не может он пробить меня за один удар.
Так, ну а я его буду легко разбирать. Сейчас посмотрим. 4 удара. Как раз. Атака на 1. Ха! Я его пробил. Блин, ну красивые. Докодерма, Лептостега. И до сих пор я даже не запомню, как зовут нашего гибрида. Ксифа какой-то там дом. Ксифактина дом, да, как-то так. Ну, сделаем так, шиворот на выворот. Я Лептостегу пробью, надеюсь, своей рыбешкой. Там 1500 жизни, немного. Пробьем. Специально не подменяясь. Один балл у него всего лишь остался. Вот и все. Супер удар, смотрим. Ну, оригинальный. Довольно оригинальный. Это правильно, что они как бы, ну, не надо лепить каждого нового гибрида сильнее, чем все существа. Это правильно. Ну, так, собственно говоря, и надо было делать с динозаврами, чтобы Индоминус и Индораптор были самыми сильными, а остальные гибриды как бы были плюс-минус такие же, но не сильнее в 3 раза. Согласны, ребята? Так, во-во-во-во-во. Или давайте возьмем Тусатеутиса. Есть здесь Тусатеутис? Вот есть 30-й. Тусатеутис и вот Ксинатодон. Ксиноморф. Только подводный. Дакодерма, ребятки. Вот это поворот. Кстати, против нас 40-й. Ха-ха-ха. Ну так он же покойник. Но нам тут фартануло. Вот так вот. Быстро мы уничтожили его. Эти ребята, в принципе, слабенькие. За один удар ложатся. Представляете себе? Ну, блин. Я бы мог даже защититься при желании. Не хватило бы. Он меня может пробить на 3. Он сейчас должен меня проатаковать и умереть. Ха-ха. Так, ну это какой-то такой слишком простой бой. Слишком просто. Давай еще раз сейчас пойдем 40-м. Правильно, а то мы вообще не распробовали. Но красивый. Красивый дракошка. Водяной дракон. Иначе никак его не назовешь. Крутой водяной дракон. Так, ладно, идем дальше. Пойдем мы дальше тогда, ребята. Кого мы возьмем? Давайте пойдет Тусатеутис. Потом пойдет Ксиф. И Геликус. Ладно, Декадерму возьмем. Ну, Тусатеутис тут у нас самый мощный.
Ну давайте смотреть. Запоминаем силу удара наших противников. Одинаково. Три! Три ксифак. Блин, не успел скриншот сделать. Вот это поворот. Прикольная картина. Ну мне тут, конечно, не фартануло. У меня ни одного рифового нет. Но двоих я точно пробью. На изи. Ну, если бы я поставил в обратном порядке, если бы Туса Тайучис мне шел последним, вообще я бы победил, точно. А сейчас плюс-минус. Прикольно. Да. Битва драконов. Так, сколько бьет мой вот этот парень? 700. Ну, в принципе, три удара и хана. Так что мы тут победим. Ну, он даже решил не атаковать. Тогда супер удар, ребята. Красавчик какой! Пойдет на заставку. Ну что-то у него как-то нету вот этой победной анимации какой-то. Он там круги не нарезает, там немножко не доработали. Я бы добавил что-то такое. Так, ну вот так вот мы шикарно посражались. Один даже такой был шикарный у нас бой. Так, ты где-то там в конце у нас находишься. Вот. Вот такой вот у нас, ребятки, водяной дракон. 600 на 400, 1200 на 700, 1800 на 1000 и 2500 на 1400. Вот такой вот у нас шикарный. Кстати, мы же так и не посмотрели, как он кушает. Давайте одного купим. Ну, это когда я уже у себя его буду создавать, нам уже мы все посмотрим. О, он питается акулами, ну так же, как и прогнатодон. Ну, точно так же, как прогнатодон. Вот такой вот у нас был парнишка. Так что, ребятки, ставьте лайк и до скорых встреч на нашем канале. Всем пока.